Здравствуйте! Добро пожаловать на канал Мылоопт. Сегодня вашему вниманию будет представлен мастер-класс по изготовлению мыла «Ежик в яблоке». Для этого нам понадобится 3D-форма в виде ежика в яблоке. Выглядит она вот так вот. Имеет такой вот удобный разрез для того, чтобы мыло было проще извлекать из формочки. Также в комплекте к ней идут несколько резиночек, с помощью которых можно закрепить форму. Также мне понадобится отдушка яблоко Golden, пищевой краситель коричневый, краситель ультра зеленое яблоко, краситель ультра алый. Также необходимо будет косметическое масло. Я буду использовать масло горчицы. Перламутр черный сухой. Белую основу мельта. Необходимы будут несколько пластиковых пипеток. Кисточка. Несколько термостойких стаканов. И стеклянная палочка для перемешивания. Теперь растопим небольшое количество белой основы. В растопленную белую основу мы добавляем несколько капель отдушки. Добавляем краситель зеленое яблоко. И хорошенечко перемешиваем. Берем пипетку и с ее помощью окрашиваем листочек, который находится в самом начале формы. Пока листочек застывает, мы берем вторую часть белой основы, добавляем туда краситель коричневый, добавляем туда отдушку. Все перемешиваем. И таким же образом с помощью пипетки окрашиваем веточку от яблока, которая расположена возле листочка. И ждем, пока они застынут. Теперь в растопленную белую основу мы добавляем краситель ультра-алый. Добавляем отдушку. И добавляем немного косметического масла. Все тщательно перемешиваем.
И также с помощью пипетки окрашиваем верхнюю часть яблока. Теперь мы приступаем к окрашиванию иголочек. Для этого в белую основу снова добавляем отдушку. Несколько капель косметического масла. И добавляем немного черного перламутрового пигмента. И хорошенько перемешиваем. И с помощью пипетки окрашиваем. После того, как все мелкие элементы застыли, мы в растопленную основу добавляем отдушку, добавляем масло и заливаем в формочку. Заливаем основу не до конца, для того, чтобы еще залить слой розового цвета. И ждем, пока основа застынет. Далее растапливаем остатки розовой основы и заливаем до краев формочки. И ждем, пока основа застынет. После того, как основа полностью застыла, мы достанем мыло с формы. И вот у нас получился такой ёжик яблок. Спасибо, что посетили наш канал. Не забывайте подписываться, ставить лайки. До новых встреч!